Re, viss ēters ir te! Учить язык в играх с родителями. Агентство латышского языка проводит пилотный проект. Его участники – воспитанники подготовительной группы детских садов, их папы и мамы. Всей семьей они учат латышский и готовятся к школе, в том числе и с латышским языком обучения. На одном из занятий побывала Анастасия Дьяконова. Игрушки в сторону, время идти на занятия. Так начинается утро в первой средней школе Саласпилса. Субботнее утро. Раз в месяц, начиная с сентября прошлого года, здесь собираются воспитанники подготовительных групп детских садов со своими родителями. Готовимся к школе. И нам полезно, и детям полезно. Собираются, чтобы поиграть на латышском, хотя для них этот язык не родной. Камера, курель камера. Это задание командное. Родители называют предметы на латышском, дети их ищут. Кто за минуту назовет и найдет больше, получает сладкий приз. Делимся на команды. Детям нравится соревноваться. Так что это хорошая практика. А родителям нравится соревноваться? Да, родители тоже так включаются в работу, бегут. Спешат, чтобы успеть. Общая часть предусмотрена для того, чтобы родители увидели, что можно делать с ребенком, чтобы они сами занимались дома. В том числе, когда приходят гости, например, в какие игры можно играть, чтобы улучшать знания языка. А на отдельной части для родителей проходят образовательные информативные занятия. У детей занятия по освоению языка. В соседнем классе за партами сидят родители, слушают лекцию аудиологопеда о том, как учить язык и делать это эффективно. На этом занятии я узнала такие вещи, о которых нигде не говорят. Я сама педагог и работаю в детском саду. И ко мне приходят родители с вопросами, как помочь ребенку, чтобы он начал говорить. Я теперь смогу рассказать. Эти занятия – пилотный проект агентства латышского языка. Саласпилс для реализации был выбран из-за многонациональной среды и отзывчивости школы. Цель не в том, чтобы все дети пошли в латышские школы. Родители летом сами решат. Но мы уверены, что они глубже окунутся в латышскую среду. И что уроки латышского как в одной, так и в другой школе будут проходить для детей легче. А родители перестанут жить мифами и поймут, что мы действительно заботимся о том, чтобы дети знали латышский. В агентстве отмечают, они хотят, чтобы обучение было комфортно как для родителей, так и для детей. Однако проводить проект и в других самоуправлениях там пока не планируют. А итоги таких занятий для взрослых и детей подведут в конце мая. Анастасия Дьяконова, Кришан Слейтес, Латвийское телевидение.